умирает олигарх, попадает на тот свет, значит, приходит на страшный суд, ему говорят фамилия, он говорит Петров, я Петров. Значит, посмотри, говорит, да, есть Петров, пожалуйста, в ад. Он говорит, подождите, это какая-то ошибка. Он говорит, какая ошибка? Ну, вы же Петров. Да, говорит, ну, я Петров, который Петров. Я столько церквей построил, я же вот деньги там, да, ну, понятно, воровал, но я вот, я и в Саратове церковь построил, и собор отремонтировал там в этом. Он говорит, а, Петров, Петров, да-да-да, посмотрите. А, да, действительно, действительно произошла ошибка. А, Петров, так, ага, но все равно в ад. Он говорит, но как, вы же сами говорите, да-да-да, ошибка произошла, мы вернем вам деньги.